Помните домик с мансардой и с терраской? У нас тут уже залились полы. Вот тут выкладывали плитку, смотрели, как будет. Сегодня водичку тянем. Это у нас на посудомойку и на смеситель. С полами это совсем другое дело уже, конечно. Это спаленка. Плиточка у нас вот такая. Вот прикольная. Гостиная. Тут будет кухня. Вот вдоль стены. Тут будет стол. Вход-выход. Здесь у нас лестничный марш наверх пошел. Здесь детская. С подлестничным домиком. Здесь санузел. Здесь котельная. О, не котельная. Здесь у нас этот шкаф. Видите, он даже теплые стены сделали. Тут у нас туалет. Это на раковину. Это на душ. Это на ванну. Такой получился паучок наверху. Все, это котельная.